Данные три звонка. Участники готовы к старту. И вот дан старт 9-й скачки. Вторая скачка чемпионата жокеев любителей 5-го турнирного дня Терра Башкирия. А скачку возглавил Эльнар, второй номер, под седлом Уразова Алмаза. Далее Хабиб Аглямов Алмаз из Болтачевского района. Эльнар Хабиб, лидер и скачку. На первое место выходит Монах. За 16,9 секунды пройдены 200 метров дистанции. А скачку повел Монах. На втором месте Акбарс и Буляк. Вот Монах, Акбарс, Буляк, лидеры нашей 9-й скачки. Монах под седлом Аглединова Фаузата. На второе место выходит Буляк, Токашов Игорь и Акбарс. Тут же Пелешан Айрат. Арарат. А скачку ведет... В борьбе повели Эльнар и Алтынай. Эльнар, Алтынай, лидеры 9-й скачки. На первое место выходит Алтынай, на втором месте Монах, далее Урал. Алтынай, Монах, Урал. Вот лидеры скачки. За 45,6 секунды пройдено 500 метров дистанции. А вперед выходит седьмой номер Буляк. Под седлом Токашова Игоря, Бакалинский район. Буляк впереди. Далее на втором месте Урал. За третье место Эльнар и Монах. И вот участники скачки выходят на финишную прямую. Впереди седьмой номер Буляк. Токашов Игорь из Бакалинского района. Приближаются к финишу участники 9-й скачки. Это вторая скачка чемпионата жокеев любителей 5-го турнирного дня Терра Башкирия. Вот он, победитель второй скачки. Седьмой номер Буляк. Далее финиширует Эльнар и остальные участники скачки. Ну что ж, друзья, вот она интрига. Закончилась вторая скачка. Мы ждем подведения итогов второй скачки, после чего будет церемония награждения. Ну а пока судейская работает на этой сцене. Арина Трофимова! Встречайте!